Ну, вы знаете, ребят, я люблю, когда люди подтверждают свои заработки. И сейчас вам пришлю видео, скриншот мой личный, когда я работал в Uber, обычный UberX, это не XL, где можно 7 человек возить, обычный автомобиль, Subaru Forester на нем я ездил, и это начало прошлого года, правда. Я вам выложу одну неделю, ну, пусть она будет, да, из хороших или не из хороших, сами подумайте. Там я работаю меньше часов, но это мое видео, сколько я зарабатывал. Грязью, чтобы вы понимали. Посмотрите и дальше продолжите комментарии, напишите лайки, свое мнение. $1920 за 5 рабочих дней. В сети я находился 54 часа 49 минут. Получается в среднем по 11 часов в день. Если бы я работал в Uber XL или большее количество часов, я бы, конечно, заработал больше. Это мой личный заработок. Если бы я работал, как говорит девочка, больше 7 дней в неделю и брал только пару выходных, я думаю, с легкостью я мог бы заработать 10 тысяч долларов. Пусть это будет грязью, вычесть топливо, если там гибридный автомобиль меньше. Я, к примеру, на своем авто тратил где-то 40 долларов, 30 долларов в день. Чем больше зарабатывал, чем больше в сети онлайн находился, тем больше зарабатывал. Но у меня еще есть такой нюанс, я использовал два телефона, Uber и Lyft. Потому что часто бывало, что куда-то уезжаешь далеко по Колорадо, а там нету вообще никаких заказов. Включаешь Lyft, бах, тебе падает заказ, ты едешь в город. Отключил Uber и попер. Ну, думайте сами, можно ли заработать десятку в такси, если пахать по полной. Ну и тем более, если вы увидели, часов количество я работал не сильно много. 11 часов в день, по-моему, сколько там, 55 часов на 5 дней, получается там по 11 часов в общем в день. Это совсем мало. Если работать 14 часов, ну там определенно есть ограничения в Uber. Но мне что не нравилось в этой работе, потому что машина очень ушатывается. У меня был автомобиль Subaru Forester выплаченный 2012 года, там уже за 100 тысяч миль пробег. И как бы с каждым рабочим днем этот автомобиль приходил бы в негодность. Поэтому я также работаю на траке. Мне нравится эта работа. Потому что ездишь на чужом автомобиле. Да, может, не спишь дома. Но кому нравится эта работа и кто пришел сюда по состоянию души, они здесь остаются. А кто идет сюда, чтобы просто накосить денег и заработать, они здесь долго не держатся. Они пробуют себя везде, и нигде у них не получается.